Я могу сказать одно. Рынок Улявка закрытого постановления главврача СЭС о том, что наша дача превышает 500 квадратных метров, и на этом основании рынок не функционирует. 4 числа приходила комиссия, есть акт обследования помещения на то, что мы можем как бы возобновить свою деятельность после, значит, ЧП, которое было в апреле месяце. 4 числа у нас есть акт обследования помещения. Комиссия дала добро, чтобы мы открыли. 5 числа мы открылись. 6 вот пришли органы исполнительной власти и представители ОБУСС. И дали постановление о том, что наша квадратура не соответствует разрешенным как бы нормам. А первая комиссия откуда была? Это Акимат, палата защиты прав предпринимателей. Откуда? Вы же правда, что у вас есть судебные иски? Это я вам не могу сказать, но вполне возможно, потому что идет несанкционированное открытие зданий. Возможно, это и есть. А вы незаконно открыли, да, через нарушение? Ну, обследование помещения у нас есть. На этом основании мы открывали здание. А почему тогда открыто? Я понятия не имею. Мы ждем официальные открытия, как главврач области господин Абдулхимбаева даст разрешение работать торговым площадям, которые превышают 2000 квадратных метров, и мы сразу откроемся для арендаторов. А у вас квадратура какая? У нас больше 2000 квадратных метров. А сколько всего предпринимателей? Предприниматели у нас 87 официально торговых мест, ну и есть наемные работники. Посчитайте, придет, наверное, 120-150 человек, включая персонал, находится на рынке. Но у нас такой посещаемости, конечно, нету, чтобы столпотворения были, как мы вот видим, в других местах. Да? Может, санитарные нормы не соблюдают? Таких претензий не было к нам, насколько я знаю. И не должны. Меня зовут, я администратор рынка Коля Моисеевичук Ирина Ивановна. Вот мой официальный комментарий, официальная версия моего руководства. Запросную речь прошу прочитать.